Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. У нас несколько ресурсов, я показываю, какие ресурсы. Это я люблю больше всего «Мой мир», вот он где, наш видеоканал, этот форум, ну и видеоканал, вот он какой у нас, «Открытым оком во свете Библии». И библейский православный сайт, библейский православный. А тут вот ответы, вопросы по разным этим. И вот сейчас, в данный момент, мы шестую пачку открываем, папка «Вера», о вере. И вот о вере мы, как люди задавали мне вопросы в университетах, там по радио, и так мы подаем их, озвучиваем. Вопрос 2303. Как относиться сегодня к видениям? Каким видениям можно верить, а каким нет? Ответ. Лучше никаким не верить, тогда никак не ошибешься. Вот видишь, какой я ответ даю. Как и учит Златоуст на явление ангелов. Когда не было Писания, видение был руководством к вере. Бытие 15.1. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении ночью. И сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Видения всегда касались спасения, проповеди, благовестия людям. Они мелочи житейские предсказывали. Лука 1.22. «Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем». Апостолам было чрезвычайно трудно войти в дух новозаветный, что и язычники могут быть сынами царствия. Убеждения не действовали, они уперлись в богоизбранность своего народа-богоотступника. И тогда Бог дает видение. Это сломило упорство старообрядческого упрямства и непокорности. Деяние 11.15. «В городе Иопии я молился, и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне». Деяние 9.12. «И видел видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Деяние 16.9. «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам». 2 Коринфянам 5.7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Или видением. Кому было видение, он уже склонен считать себя приближенным к особой святости. А это уже чревато возвышением от простецов. Готовая канонизация. Поэтому Павел боялся говорить даже о настоящих своих видениях благовестника, чтобы не превознесли его, подумав, что у него они на дню по 10 раз. 2 Коринфянам 12.1. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». Отрицать видения нельзя, что вроде бы они уже окончились и никому никогда не может Бог дать откровение. Но если таково и будет, то оно проверяется только Библией и советом мудрых духовных братьев. Деяние 2.17. «И будет последние дни, говорит Бог, и излью Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Стих. Ассигнации меняют цвет на красный. Хотя бы зелень шелестела, не знобила, на них следы и отпечатки разные, кровавых пятен, слез и пасти крокодила. От милосердия бумажки не размокнут, хотя ты стер сиротскую слезу. Хороший знак смотрящим жадно в окна, как голодающим муку. Муку. Что, поймала мышку? Мышку словила. А? Мышку словила. Ну надо же так. Она ее упустит, она играет с ней, видишь? Ну даже так. Больная была, выздоровела. И сейчас ее трогать нельзя. Она все равно упустит ее где-то. Но она ее помнет все равно. Не знаю, что дальше делать. Она куда-то, мышка, забежит, и под кроватью ее не найти тогда. И там она гнить будет.
Сейчас ничего нельзя сделать, не задевай ее. Давай, ладно, поворачивай. Вон она пошла опять. Представь, мы еще не уехали, уже сколько мышек. Где она пробралась, упала ли? Она уже полуживая. Смотри. Упустит обязательно. Вот она какая ловливая. Это Буска, Буска, котенок. Котенок. Ей там где-то в июне только год будет. О, вот вчера хотел отправить его в Потеряевку-то. Пусть ловит тогда здесь. Побоялся вести, там холодно и прочее. Глядит за ней. Ну ладно, давай, поехали. От милосердия бумажки не размокнуть, хотя ты стер сиротскую слезу. Хороший знак смотрящим жадно в окна, как голодающим муку елей везут. Мамона не всегда есть победитель. Умеет же раздать его без сожалений. Почти достойно немощных родителей одеть Христа без лишних размышлений. У Авраама раб был, раб на побегушках. Богатство глаз ему не ослепило. Мгновенно вычислил и стратится как лучше. Он странников зовет, сгибая спину. Богатство никому никак не помешало прославиться, щедрее многих стать. Иначе было бы изъедено мышами. Вором похищено, невольно с ним расстаться. Только заговорили стихотворение мышами. И первый раз двое здесь, и сразу даже мыши. О мышах мы не считали никогда. Вот даже это и то совместилось как. Считаем больше года. Про мышь не считали, ни одна мышь не была поймана. Они сомкнулись. Дальше. Благослови засеянную пашню, богатство отдающего бесплатно. Суд приближается, и не какой-то, страшный. Умножи милосердие таланты. Телесное в духовное умея превращать, на будущее дальнее распространим удел. Любви сияющей на всем стоит печать, что руку помощи просящих ты не проглядел. Пересчитаем, что нам Бог послал, на чем замешивать, как круто посолить. За каждым призраком уже встает Беслан. Не будем, как упрямые ослы. Отложим, накопив на черный день, в виду имея мрак гиены вечной, тунику белую за временные деньги, за кровное свое, что кесарем помечено. 14.09.04. Игнатий Лапкин. Уже Беслан был. Давай дальше. Вопрос 2304. Государство как будто изменило свое отношение в России к религии. В школах стали даже допускать уроки по христианской этике. А вот изменилось ли что-то в учебниках и во всем ли они одобряются вами? Ответ. Приведу только одну выдержку из учебника начального класса. Составители брали это из церковных книг, думая, что уж там-то они обрели истину. Как послы князя Владимира, так и в Министерстве просвещения ищут не спасение во Христе, не рождение свыше, а веру в хорошую и красочную религию. Кавычки открыты. Прежде чем принять новую веру, Владимир решил отправить послов в разные страны, чтобы посмотрели они, какая вера лучше. Послы рассказали князю, где что видели. Больше всего понравилось им в греческой церкви. Кавычки открыты. Когда пришли мы в греческую церковь, сказали послы, то уже и не знали мы сами, где стоим, на земле или на небе. Так нам было хорошо. Не можем мы забыть такой красоты и не хотим другой веры, кроме греческой. Владимир захотел креститься в греческую веру. Пошел он в греческую землю с большим войском и послал сказать греческим царям, «Отдайте мне в жены вашу сестру Анну, я готов креститься». Мне нравится ваша вера. Пусть придет ко мне ваша сестра, а с ней отпустите священников, которые бы крестили меня. А с Анной пришел, а у него было 2000 жен, два раза больше, чем у Соломона. Когда Анна приехала к Владимиру, он лежал больной. А она-то сама-то, она кто она была? Говорит, монашка, что ли? У него болели глаза, так что он не мог видеть. Греческие священники окрестили его. В тот же день он стал видеть и совсем скоро поправился.
Тогда Владимир сказал: «Теперь я узнал истинного Бога». Ни Евангелия, ничего нету. И говорят, и это даже пример, и то выдумка, говорит. И про болезни, и про все. Вернувшись в Киев, Владимир велел изрубить всех деревянных идолов и старшего Перуна бросить в воду. А народу велел креститься. Ни обучение, ничего не знает. И кто не будет креститься, мне, говорит, не друг. А сейчас пишут, я говорю, да неправда. Сейчас стали писать в учебниках. Он сказал, тот мне враг, то есть казните все. И обратился к городу со словами: «Если не придет, кто завтра на реку, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, да будет мне враг». И все люди с радостью шли креститься, говорили друг другу: «Пойдем креститься в новую веру. Если бы эта вера не была хорошей, князь и дружина не приняли бы ее». Вот все, все познание было. Множество людей пришло к реке Днепру. Все вошли в воду. И греческие священники крестили всех. Но они такие остались сегодня. Это Ева Саплина, а из Саплин «Введение в историю», 4 класс, страница 20. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. Допущено Министерством образования Российской Федерации. 3 издание. Москва. Издательский дом «Дрофа», 1999 год, 128 страниц. Учебник одобрен Федеральным экспертным советом и Министерством образования Российской Федерации. Включен в федеральный перечень учебников, 100 тысяч экземпляров. Москва, где находится? Сущевский вал, да, помимо того, один человек принял участие в издании всей книги. Сравним с тем... Упомянутые 11 человек, принимавших участие в издании всей книги. Во как! Сравним с тем, что оставил нам Христос, и что несли в народы апостолы, и что пришло с Владимиром. Да. Все, потерял, наверное. Все, упустило. Слово «Христос» даже не произносится не слышавшими проповеди о Спасителе людьми, а они уже убеждают один другого, какая вера лучше. Словосочетание «проповедано» Евангелие встречается в Новом Завете 15 раз, а для русских людей оно не было проповедано ни разу. Матфея 9:35. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие». Матфея 24:14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Деяния 14:21. «Проповедав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию». Проходили, не сидели. Деяния 20:24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». 1 Коринфянам 9:18. «За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествуя Христе безмездно, не пользуясь моей властью благовествования». 2 Коринфянам 10:16. «Так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие». Эти учебники требуют комментариев, чтобы увидели, что крещение на Руси было не по Евангелию. О крещении при Владимире подробно отвечено во втором томе «Открытым оком», страница 729, и том 6, страница 605. Вот так. «Беспечность потрясающая, лающая, на нашу безлаберность двойную. Решетки на дверях, на окнах жалюзи, но снова три теракта, вновь тону я. Пробиты неприкрытые лопатки, засорены мне сонные глаза, и мысли, до которых бесы падки, и некому, как лучше подсказать. Прогляда нет за прошлые ошибки, за отношение к родным и к самым ближним, в библейском незаконные порубки, очередной лавиной след обрывает лыжный». Лыжи. То есть, где люди шли, апостолы, он как все след обрублены, дальше ничего нам не говорят, а что там дальше было? И здесь порубки, то есть вырубают подряд что? Какая поросль была, где люди обращались, ничего нету. «Беспечность обеспечила провал. Курган могильный на авось насыплет. Беду не обошел, и смерть теперь права. Где ворон на авось горланит сыто. Наш распорядок дня всегда один. Болезнь, недомогание, не помеха. Без утренней молитвы
свой ум не оскотинь, без чтения Библии в уме уже прореха. Все делать напряженно, по уму, душа чтоб не хромала, не волочила ноги, сам на себя примерь дневной хомут, сам за собой следи придирчиво и строго. На шалости детей так просто не смотри, беспечно и лукаво ухмыляясь, не будь как неотесанный кретин, халатность истреби, сотри просчетов кляксы. Бодрствуй и молись, Христос есть путь и жизнь, предупреди пожар и воровство, легко сорваться и скатиться вниз, в нерасторжимое с беспечностью родство. Мы в этой жизни, как на сковородке, беспечность допекает и соднит до крови. Губы подбери, будь мужественным, кротким, делами истины прославим Иегову. 9.09.04. Вопрос 2305. Что значит двунадесятый праздник? Откуда пошло название двунадесятый? Что это слово означает? Ответ. Это церковно-славянское слово 12. Цифра 12 имеет символическое значение и встречается в Библии, обозначая полноту круга времени. По 12 часов в ночи и во дне, и в году столько же месяцев. В Библии это слово встречается 204 раза. Количеством великих праздников хотели, очевидно, показать завершенность и полноту торжества во Христе. Но получилось надуманно и слабо. Но согласятся со мной православные. Богородичные праздники, кроме Благовещения, все искусственно придумали. От 4 до 10 века в пустынях. 9. До 9 века. Крестовоздвижение вообще не праздник никакой. Но даже и его в этот круг вписали, желая подогнать под тот же заказ. 3 Маковейская, 6.33. Они сделали даже общественное постановление, чтобы во всяком населении в их роды и роды радостно праздновать означенные дни, не для питья и пресыщения, но в память бывшего им от Бога спасения. Есфир 9.27. Постановили иудеи и приняли на себя, и на детей своих, и на всех, присоединяющихся к ним, неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год. Иезекииль 44.24. При спорных делах они должны присутствовать в суде, и по уставам моим судить их, и наблюдать законы мои и постановления мои о всех праздниках моих, и свято хранить субботы мои. Берегите струны наши души, струны сердца трогайте печалью. Наш покой смертельный был нарушен, новый гроб с любимыми отчалил. Не прожив отмеренного срока, 70 годов им не отметить. Плачут недоконченные строки, в скорби недопетые куплеты. Где они, оплаканные хором? Что им видится и слышится впервые? Словно новостройка за забором, выпрямляет мысли все кривые. Им открыто точно, не в догадках. Нет у них, быть может, вероятно. А пахнет ли пламенем их адским или райским запахом приятным? Два пути, налево и направо. Верил православно или по-сектантски? Им всего лишь два отныне варианта. Пить бальзам целительный, а траву там внушено, вложено насильно, как и что реально, так и есть, так как есть. Наш мираж земной лишь до могилы, дальше откровение не счесть. Непонятно, как даешь анализ всем своим поступкам, мыслям и словам. Там других не виноватит палец, грех не делит с кем-то пополам. И во всем, что не случилось даже, но могло с тобой произойти, Божьей милости увидишь, скорбно скажешь, прав ты, Боже, и суды твои. Он оплаканный уже вкушает вечность. Книга дел закрыта, неизменно. Траурные мелодии помечен, этот день в календаре настенном. 28.08.04. Игнатий Лапкин. Вопрос 2306. Господь обещал дать власть верующим бороться с бесами и побеждать их. Но как это сделать? Приходилось видеть бесноватых, это же страшное зрелище, близко к ним не подойдешь,
а не то, чтобы лечить их. Ответ. Обещание Христа остается в силе, и каждый пытается по-своему его реализовать. Вот как это делают сектанты-пятидесятники по их литературе, и как православные. А что есть в действительности, не видел ни того, ни другого. Марка 16:17. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Имени мои будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Деяние 19:12. Так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Деяние 8:6-8. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. Дерек Принс. Они будут изгонять бесов. Издательство «Новое и старое», Матфея 13:52, Санкт-Петербург, 2000 год, 320 страниц, 137 на 203 миллиметра. Замерил. Какая книга? Страница 31. Затем Бог дал по своей воле мне прямое личное переживание о развлечении в обращении с бесами. Страница 32. Оглядываясь назад, я понимаю, что Бог ввел меня в свою школу практики, суверенно проводя меня от одной встречи с бесами к другой. В конце концов, обращение с бесами стало обычной частью моего христианского служения. Страница 38. Что-то подобное огромному небесному пылесосу опустилось на меня и высосало серую пыль, которая окутывала мою голову и плечи. В то же время давление в районе моей груди было силой высвобождено, и я негромко вскрикнул. Страница 47. Крещенный Духом Святым христианин может нуждаться в освобождении от бесов. Многие мои друзья, пятидесятники, и, несомненно, другие круги церкви немедленно охарактеризовали бы меня как еретика. Страница 49. Оно в моих пальцах. Оно уходит. Казалось, победа была нашей, но каким-то образом она всегда ускользала от нас. Страница 57. Затем я снова вернулся к своему сражению с бесами. Я начал чувствовать сильное напряжение внутри моего живота. Это было подобно раздутому шару, который как бы давит на этого беса в эстер. Неожиданно шипящий звук вышел из эстер. Вскоре эстер опять напряглась, и напряжение внутри меня опять возросло. Я понял, что я нахожусь в контакте с теми, кого бес назвал своими братьями. Эстер лежал там так около 10 минут. Затем подняла руки и начала славить Господа и говорить на иных языках. Страница 66. Но в этот раз передо мной была вся моя община, как внимательные зрители. Бес сдался. Он громко закричал: «Мое имя – ложь!» Все зрители в моей общине подскочили со своих мест и со звуком плюхнулись назад. Как только бес вышел, язык женщины высунулся изо рта, налившись цветом и извиваясь, как у змеи. Затем, когда рев улегся, она свалилась на пол, как пустой мешок. Страница 6. В течение следующего часа бесы выходили один за другим, называя свои имена. Почти все имена были сексуального направления. Один назвал себя флиртом, другой – ласканием. Некоторые имена были непристойны. К моему удивлению, моя рука, лежащая на спине Шарон, служила своего рода электронным инструментом. Как только очередной бес выходил, я чувствовал нежный толчок в ладони, как будто это регистрировало его уход. И все же финал был печальным. Шарон никогда не вернулась в нашу церковь, и ей было стыдно показаться на глаза людям, которые были свидетелями ее состояния в то воскресное утро. Страница 92. Вот как. Когда мы молились в коллективной молитве об освобождении, эти животные духи стали проявляться. Стали видно. Ага. Началась какофония звуков джунглей. Недалеко от меня находился мужчина с духом льва, пытавшийся напасть на меня. Но другой мужчина поймал его, и он упал на землю, не достигнув меня. Несколько человек, мужчин и женщин, рылись в земле, носами, как кабаны.
Огромное количество женщин ползали на своих животах по земле, как змеи. Один мужчина катался, как бревно, по всей протяженности амфитеатра до самого выхода. На четвертый день конференции я избрал тему о крещении в Духе Святом и как получить его. Несколько тысяч начали молиться на иных языках одновременно. Это было сверхъестественно. Затем в последний день я учил людей, как развивать речевые дары Святого Духа. С того момента в Замбии я проводил множество подобных конференций в других странах, таких как Россия, Казахстан, Турция и Польша. Везде, где я учил людей, учил, как распознавать и изгонять бесов. Это всегда приводило к славному переживанию силы и даров Святого Духа. Из-за плотного графика конференций, а также из-за того, что Господь требует от меня уделять больше внимания написанию книг, я очень редко провожу служения один на один. Страница 113. Я должен сказать, что на основании моего опыта мне тяжело поверить, что бесы являются падшими ангелами. Для меня кажется ясным, что даже падшие ангелы все еще содержатся где-то в месте своего обитания в Поднебесье. Ефесянам 6.12. Это не соответствует Писанию. Представлять ангелов постоянно действующими на земном уровне. Страница 117. Нет никакого упоминания, что бесы спускаются или поднимаются в Поднебесье. Греческий глагол, переведенный как «ходит», пользуется только для передвижения по планете Земля. Страница 237. Когда бесы выходят, некоторые люди, обычно женщины, могут кричать, не получая при этом никакого освобождения. Это говорит о том, что бес остановился в узком горловом проходе и держится там, чтобы не быть изгнанным. В таких случаях насильственный, усиленный кашель обычно отрывает беса и выгоняет его. Иногда на служении освобождения демонический крик может отвлечь других людей, желающих получить освобождение, смутить их и даже испугать. В этот момент служители должны действовать быстро и помочь человеку получить свободу. Много разных вещей может случиться, когда бесы выходят. Не начинайте молиться или говорить на иных языках. Я обнаружил, что движение губ и языка во время разговора является преградой для выхода бесов. Могут быть различные проявления, сопровождающие выход бесов. Это может быть едва заметное, подобно простому вздоху или зевку. Или может начаться рыдание, стоны, кашель, крик или рычание. Помните, в служении Филиппа бесы выходили с громкими криками. Одна женщина, получая освобождение от беса никотина, издевала так, что думала, что свернет челюсти. Страница 312. Бесы часто выходят через рот со вздохом, плачем, криком, рычанием, с выделением слюны, даже рвоты. Запаситесь салфетками или бумажными полотенцами. У женщин иногда бесы выходят с громким криком, если она продолжает кричать, не получая при этом освобождения. Помните, что бесы могут задержаться в узком горловом проходе, застрять там. Объясните женщине этой и наставьте ее, как выгнать беса из горла настойчивым и усиленным кашлем. Не кричите на бесов, они не глухие, даже дух глухоты не глухой. Не тратьте время на людей, которые говорят, что нуждаются в освобождении, но на самом деле заинтересованы только в привлечении внимания к себе. Во время нашего служения сатана может атаковать вас через духа страха. Если это произойдет, провозгласите, что 2 Тимофея 1.7, 2 Тимофея 1. «Дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия». Страница 118. Бесы проявляли себя в человечестве под разными именами. В Ветхом Завете дух ревности, числа 5, 14, 30. Не надо считать места. Дух. Так, злой дух, дух лживый, дух опьянения, дух усыпления, унылый дух, дух блуда, нечистый дух. В Новом Завете дух немой, глухой, дух нечистый, дух немощи. Дух прорицательный, дух обольстительный, дух боязни, дух заблуждения. В дополнение к именам, взятым из Писания и перечисленных выше, я люблю другие имена бесов. Я добавлю, как люблю. Я добавлю. Другие имена бесов, которые я повстречал. В области физической немощи. Артрит, рак, эпилепсия, мигрень, тромбоз, астма, искривление, головная боль, синусит.
в других более общих сферах – прелюбодеяние, критицизм, зависть, сплетни, безнадежность, убийство, бунт, религия, стресс, насилие, клаустрофобия, разочарование, фантазия, ненависть, мастурбация, извращение, отверженность, самосожаление, самоубийство, колдовство. Приведенный выше список не является исчерпывающим, но являет разнообразие демонической деятельности. Сатана, по-видимому, имеет в своем распоряжении огромное количество бесов, используя которых он может нападать и мучить человечество. Когда прочтешь о сектантских изгнаниях бесов, то создается впечатление, что они сами бесноватые и не изгоняют бесов, а загоняют доверившихся их легкомыслию и ереси. И вот как описывается изгнание бесов православными батюшками. Газета «Версты», 3 февраля 2000 год, кавычки открыты. Хотя мы все были людьми местными, но искали эту церковку довольно-таки долго. Мнилось нам огромное здание храма, а церковка ютилась в бревенчатом зданице барачного типа. Ее крохотный купол мы едва разглядели меж ветвей. Знаменит этот храм главным образом тем, что его священник, отец Василий, изгоняет из людей бесов. Анатолий Ярмолюк. Отец Василий? Вот это он в Туле жил. Новиков фамилия его. Он сейчас уже умер. Ну, тут много. Зарядите просто в интернете Василий Новиков, священник, изгнание бесов. И там такое увидите, что не знаю, что ли выгоняет, то ли привлекает. Так, Анатолий Ярмолюк, кавычки, Васька, козел, мы тебе сделаем. Это они кричат так на него, на священника. Изгнание бесов по церковному отчитка происходит здесь дважды в неделю. Чаще это делать невозможно. Процедура настолько тяжела как в физическом, так и в духовном плане, что отцу Василию необходимо время для восстановления сил. В день отчитки бесноватые приходят в церковь с утра. Многих, впрочем, родственники доставляют сюда силой, ибо сидящая внутри человека тварь противится, и надобно видеть, как это происходит. Вот, например, на церковном дворе появляется хрупкая 16-летняя девочка. Сопровождение у этой девочки весьма внушительное. По два здоровенных мужика справа и слева, да еще несколько женщин. Эта девочка вступает на церковный... Едва. Девочка вступает на церковный двор, на нее сразу же нападают жуткие корчи. А дальше даже поверить трудно. Ее физическая сила мгновенно не то что удесятеряется, а пожалуй даже удвадцатеряется. Единым взмахом рук она отшвыривает вцепившихся в нее мужчин. И одновременно с этим внутри девчоничьего тела начинает звучать голос, грубый, мужской, неестественно громкий, как бы механический. И этот голос принимается изрыгать проклятие в адрес церкви и отца Василия. И в адрес самой девочки. «Я не пущу ее в церковь!» — орет голос. «Я не хочу выходить отсюда! Я не отдам ее вам! Нас здесь семеро, и нам здесь нравится!» Ну и так далее. Весь этот бесовский протест обильно обставлен самой вульгарной матерщиной. В конце концов, девочку удается затолкать в здание храма, и сидящий внутри ее бес, или семеро бесов, утихает и лишь глухо и угрожающе рычит внутри тела. То же самое иногда и более страшное происходит с большинством бесноватых, посещавших церковь. А посещают храм каждодневно несколько сот несчастных, одержимых людей. Причем с каждым разом их становится все больше и больше. Чем он больше лечит, и больше становится. Попав внутрь храма, бесноватые стараниями отца Василия уже не могут отсюда выйти до конца службы. А длится она и 5, и 10 часов кряду. Служба, представь себе. Столько, сколько необходимо для того, чтобы отцу Василию совершить и общую молитву, и поработать с каждым посетителем индивидуально. И все это без всякого перерыва на обед, отдых и тому подобное. Нельзя делать никаких перерывов, когда сражаешься с бесами. Матерщины и хриплые бессильные угрозы в адрес отца Василия то и дело перерывают службу. «Васька, козел, мы тебе сделаем, ох и сделаем же!» Но что они могут сделать? Отец Василий сильнее всех этих тварей вместе взятых, потому что, как говорит он сам,
за ним Бог. Это не я их изгоняю, это делает Господь. Жутко наблюдать все это со стороны, особенно с непривычки. Угнездившиеся внутри человека невидимые твари во всеуслышание ведут между собой диалоги, бронят людей, внутри которых обитают, и, надо признать, полностью парализуют человеческую волю, полностью владевая человеком. И это никакое не преувеличение. Опишу лишь два коротких случая, свидетелем которых мне пришлось быть. Потянувшегося к Библии, бесноватого, сидящего внутри него зло, злой дух, отшвырнул от нее с такой силой, что несчастный едва не расплющился от удара о стену. Другого же, который вздумал в чем-то возразить сидящему внутри бесу, этот бес вдруг уложил в горизонтальное положение и начал методично бить его об пол и потолок. А расстояние от пола до потолка было 3 метра, если не более. Это корреспонденты пишут, на глазах всех. И горизонтально поднимает его вот так вот. Он не прыгает. Мне удалось быть свидетелем попытки выхода демона из человеческого тела. На одной из бесноватых женщин отец Василий трудился особенно долго и тщательно. Он чутко и настороженно вслушивался в женское тело, о чем-то говорил с самой женщиной и сидящими в ней тварями, а в заключение дал выпить одержимой стопочку растительного масла. Оказывается, растительное масло – самый нелюбимый напиток бесов. Усидеть внутри человека после того, как выпито масло, бесу почти невозможно. Ох, что тут начало твориться с этой женщиной? Бесы, а оказывается, их в женщине сидело аж 3, начали вопить истошными голосами, просклоняв по всем падежам отца Василия, бородатого козла Ваську. Один из незримых обитателей тела истошным голосом начал перечислять, так сказать, этапы своего выхода из человека. «Выхожу!» – орало исчадие. «Васька меня перехитрил! Ой, не могу больше терпеть этой вони!» Подсолнечного масла примечание корреспондента. «Я распадаюсь на части. Вот выходит из меня вся внутренность, и я остаюсь пустой. Васька, зачем ты забрал моего черного коня? А затем ты взял у меня желтый халат и фиолетовый пиджак. Я в них ходил на прием к сатане». И тому подобное хинея в течение 1,5 часа. Чувствовалось, что голосящая тварь страдает немыслимо, и выходить ей из человека не хочется. Впрочем, на этот раз она и не вышла. Настрадавшись, бес облегченно сообщал, что вновь сам в себе воссоединяется, и к нему возвращается все то, что намеревался забрать поганый попяра. И его бесовские потроха, и сатанинский пиджак, и все летательные аппараты вместе с пультами управления. Потом отец Василий пояснил, что выгнать с первой попытки беса из человека – дело архисложное. Над всяким одержимым нужно трудиться долго, тщательно, с верой и упованием. Так вот отец Василий трудится, один против дьявола. Впрочем, один ли? Ведь он считает себя лишь орудием Всевышнего. Днем священник находится в храме, а затем почти всю ночь пребывает в молитвах. Молитва – его броня и его оружие. Я виделся и разговаривал со многими людьми, из которых отец Василий изгнал невидимых злобных тварей. Но занимается он не только экзорцизмом. Нынче вся Сибирь говорит о том, как отец Василий излечил 2 больных раком женщин. Врачи от них уже отказались, а скромный, безызвестный священник взял и излечил. У одной женщины был рак кости, у другой рак горла. И вообще, нет, кажется, такой болезни, которой бы не взялся излечивать отец Василий, считающий, впрочем, что лечит, по большому счету, не он, а Бог. Православных священников с таким даром на всей территории бывшего СССР всего лишь 3. 2 обитают где-то там, по ту сторону Урала, а здесь, в Сибири, лишь один отец Василий. Ты не видела, как он сгоняет? Ты сразу поймаешь. Я обязательно. Как он будет выгонял там против ННН, против паспорта, там такое наворотов столько. Церковь. И церковь его запрещали там эти архиереи, не одобряют. Церковь, в которой совершает службу отец Василий, очень маленькая.
А кроме ну, того... Я считаешь, ага, ну-ну. А кроме того, здесь еще и общежитие, в котором проживают одержимые, о которых отреклись родственники. Народу сюда приезжает очень много, со всей Сибири, и ведь никому не откажешь. Отец Василий мечтает раздобыть 3 миллиона рублей, чтобы выстроить новое, более просторное здание храма. Хорошее это будет здание, как в Кижах. Ау, россияне, у кого есть всего-то 3 миллиона? Ведь на доброе дело пойдут ваши миллионы, на уникальное. Предвижу, что многие, читающие эти строки, крутят головой и посмеиваются. Вот, дескать, дает тот мужик, то бишь я. Ну и трепло несусветное. Да, может ли такое быть, о чем он пишет? Да в наш материалистический век, ну и так далее. А вы погодите смеяться. Когда я впервые ехал в этот храм, со мной ехали трое моих коллег. Так они тоже надо мной насмехались. Но когда мы возвращались, они уже не смеялись. Они передо мной извинялись за то, что не поверили. Более того, туда они ехали людьми, абсолютно не верящими в Бога, а назад возвращались верующими. Это каким же должно быть событие, чтобы оно на 180 градусов перевернуло человеческую жизнь? Новокузнецк. Так, секс против... Ну да ладно, другое, да, это все. Да. Давай, назад. Посмотри. Ну да, 41 минута уже. Ну вот так, я знал, что там больше.